Всем привет и добро пожаловать на мой канал. У меня сегодня для вас хозяйственно-мотивационное видео, а точнее, как помыть полы с удовольствием. Если вы хотите постигнуть эту новую позитивную установку, то приятного просмотра! Я очень быстро приняла свою новую позитивную установку, так как совсем недавно приобрела себе в помощнице для дома нет, не няню, а швабру. Это чудо-швабра. Это не просто швабра, это целый комплект, состоящий из уникальной швабры и уникального складного ведра с интересным механизмом. Кстати, этот комплект называется «Золушка», что само за себя и говорит. И сразу, это не реклама, я говорю чисто от себя, потому что этот комплект, ведро и швабра, творят чудеса. Я не думала, что полы можно мыть с удовольствием, с интересом и делать это гораздо быстрее, чем обычными привычными способами. Ну а самое главное сейчас для меня то, что я перестала гнуть спину. Максимум это набрать воды в ведро, ну а дальше ведро со шваброй все делают за меня. Ну, я вам все покажу и расскажу, и вы поймете, о чем я говорю. Единственное, я не могу понять, почему я до сих пор не нашла и не приобрела этот комплект, в особенности в период беременности. Если бы еще тогда у меня появилась эта Золушка, то думаю, моя бы уборка стала намного счастливее куда раньше. Тем не менее, когда вы посмотрите ролик, я уверена, что вы наверняка захотите подобную швабру себе, поэтому я обязательно оставлю ссылочки на тот интернет-магазин, где я ее заказывала. Ссылочку пропишу в описании, в инфобоксе. Ну а сейчас, прежде чем я вам покажу и расскажу про эту швабру, и что она делает, и почему я теперь убираюсь с удовольствием, я вам сейчас покажу то, как я мыла полы до этой швабры, до этого комплекта. Так что прошу любить и жаловать. Раньше я полы мыла двумя способами. Первый из них с помощью швабры, которая имеет защелку и на которую надо надевать тряпку. Так вот, минус в том, что тряпка это не очень легко надевается. Мало того, приходится нагибаться, приходится либо на корточки садиться. Также минус в том, что снимать ее тоже не очень легко. Опять-таки приходится сгибаться, чтобы убрать эту тряпку. Ну а второй способ всеми известный, либо на коленях ползать, протирать пол, либо на корточках. Он попроще, не надо со шваброй возиться, но трудоемкий, так как приходится постоянно быть согнутой. Ну а теперь покажу вам свой новый комплект Золушка, благодаря которому я теперь мою полы с удовольствием и начну со складного компактного ведра с удобной ручкой. Кстати, пластик очень качественный и прочный. Здесь вот так складывается ножка на присосках, очень удобно, она присасывается к полу, когда ведро раскладывается, и ведро стоит устойчиво, не шатается. В комплект входят также две насадки, тряпки, одна сиреневого цвета. Кстати, обратите внимание, я именно выбрала ведро сиреневого цвета, люблю этот цвет. А вторая тряпка белого цвета. И само ведро состоит из двух отсеков. Один отсек для воды, а второй отсек отжимает тряпку. При этом вы не прилагаете никаких усилий. Ну а теперь черед швабры, которая складывается из четырех предметов. Достаточно один раз сложить и все, и в этом видео можно всегда хранить. Однако, если у вас мало места, то вы можете без труда ее разобрать. Ручка у швабры телескопическая, выполнена из качественного металла и пластика. И именно в ней находится механизм, который приводит в движение швабру только лишь нажатием руки. Сама насадка на швабру надевается без труда, не приходится ни наклоняться, ни сгибаться, достаточно перпендикулярно поставить ручку и ногой защелкнуть. Все, швабра готова к использованию. Также одним движением она и разбирается, достаточно ногой прижать тряпку и легким нажатием руки ручка отсоединяется. Ну а теперь я вам покажу, как это происходит на практике. В специальный отсек для воды я набрала воду до максимально указанной линии. Когда я буду отжимать тряпку, то вода естественным образом через специальное отверстие будет обратно сливаться в отсек с водой. Теперь же я швабру ставлю перпендикулярно в отсек с водой, при этом я не наклоняюсь, не сгибаюсь, так как ручку я отрегулировала по своему росту.
Немного я ее прокручиваю, достаточно просто нажимать ручку вниз. И теперь таким же движением в отсеке с отжимом я ее, собственно говоря, и буду отжимать. Опять-таки, я при этом не прилагаю никаких усилий, не наклоняюсь, не нагибаюсь, просто двигаю рукой вниз-вверх, это несложно. Степень отжима вы уже регулируете сами, от хорошо влажной до почти сухой. Настолько хорошо отжимается тряпка, что вы можете сейчас видеть, не оставляет мокрых следов и разводов. После того, как я отжала, я закрепляю замочек, чтобы палка не двигалась вниз-вверх, и начинаю протирать пол, опять-таки не наклоняясь и не сгибаясь. Специально накрошила бублик, чтобы показать вам, как швабра справляется с крошками. Для меня эта швабра очень актуальна, особенно для таких зон в квартире, как кухня, коридор и в особенности прихожая, там, где всегда все разуваются, снимают одежду, с деток сыпется песок с песочницы и так далее. Эта тряпка очень хорошо все собирает. Ну а теперь легким нажатием ногой и руки я отсоединяю швабру от тряпки. Хочу, кстати, еще отметить один момент. В отличие от первой швабры, которую я вам показала, это очень легко скользит по полу. И я могу совмещать целых два занятия, например, мыть полы и разговаривать по телефону. Дайте-ка подумать, что же теперь выбрать? Старый способ с помощью ведра, тряпки и старой швабры или новый комплект? Думаю, выбор очевиден. Ну что, вы видели разницу между тем, как я ползала, мыла полы или собирала эту швабру, натягивала тряпку и этим комплектом? У меня нет слов, одни эмоции. Больше я вам скажу, я сейчас не один раз в день мою полы, а два раза в день. Но не думайте, я не сошла с ума, я не фанатичка чистоты. Просто мне настолько нравится этот комплект, я с ним играюсь. Это как игрушка новая. Но он такой хорошенький, он такой компактный. Им так легко пользоваться, самое главное, удобно. Спина не напрягается, все это быстро делается. Самое главное, результат чистой полы. Уборка у меня сейчас вот в удовольствие. Я понимаю, что пройдет время, у меня немножко интерес поубавится, но я думаю, что как минимум один раз в день, через день, я обязательно буду мыть полы, и при этом я буду мыть полы уже совершенно с другим отношением, нежели я это делала раньше, ползая на коленях или мучаясь с этой дурацкой шваброй и натягиванием той тряпки. Поэтому, не знаю, этот комплект, это просто must-have какой-то. Вот это must-have, фаворит из покупок домашних, хозяйственных покупок этой осени. Вам всем большое спасибо за внимание. Если вам это видео было хоть как-то полезным, то поддержите меня пальчиками вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео, чтобы не потерять меня из виду. Я вам всем желаю отличного настроения, порядка в вашем доме. Как всегда, жду вас в своих новых видео и до новых встреч, друзья. Пока!